Патриотическое воспитание, добровольческая деятельность и образование – три ключевых направления Роспатриотцентра. Его руководитель Елена Беликова во время своего визита в Чувашию посетила Чувашский госуниверситет имени Ульянова. Со студентами она пообщалась о патриотических проектах, которые реализует местная молодежь. Здесь можно узнать про музейную Чувашию, про театральную Чувашию, про здравоохранение, промышленность Чувашии, этническую культуру и так далее. Любовь к родине и государству. В регионе патриотической работе с молодежью уделяют большое внимание. Это отметила и руководитель Роспатриотцентра. Чувашия стала первым регионом, который она посетила после заступления на должность в декабре 2023-го. Республика активно участвует во многих проектах организации, а местная молодежь настроена очень патриотически. Наша молодежь, она лучшая. Мы очень гордимся нашей молодежью. Еще при этом все обладают замечательным таким навыком идти на победу, большой трудоспособностью. Круглый стол стал местом для обмена опытом. Руководитель центра рассказала об их самых значимых проектах. Конкурсе «Семейная память», форуме «Истоки», проекте «Твой герой». А всего их насчитывается более 30. Студенты, в свою очередь, рассказали, какие успешные практики в республике реализуют они. Руководитель центра особенно выделила работу поисковых отрядов. Глядя сегодня в горящие глаза студентов, во-первых, я точно не сомневаюсь в том, что все задуманное ими обязательно воплотится. Очень большие перспективы у поискового движения. Может быть, сегодня кто-то не успел, да, рассказать о своих инициативах, проектах. Если такие идеи есть, Роспатриот всегда открыт для сотрудничества и взаимодействия. Всех ждем и всех рады. И обязательно надеемся, что коллеги, юные коллеги, поучаствуют в наших мероприятиях, проектах и программах. Безусловно, мы будем сотрудничать. И убеждена, что этого будут обязательно конструктивные плоды. Такая встреча, по словам студентов, оказалась очень полезной. Они не только узнали о новых проектах, но и смогли задать волнующие вопросы. Некоторые просили совета о том, как лучше всего проводить патриотические мероприятия на местах. К большому сожалению, я как руководитель с осени этого года о Роспатриотцентре знал очень мало. И я испытываю полную уверенность в том, что данное сотрудничество, оно продолжится в очень действенном русле. В первую очередь я жду консолидации политики патриотики в нашем вузе, поскольку она, к большому сожалению, работает пока что довольно разрозненно, и фронт работы очень велик. Предположим, поисковый отряд, он ведет деятельность в одном направлении, факультеты в другом направлении, мы клуб, мы вообще третья сторона. И очень хочется верить, что скоро мы объединимся, будет создан, возможно, единый штаб, и наша работа будет более эффективной. Регионы и организацию ждет наращивание сотрудничества по многим направлениям. В этом уверены обе стороны. Анна Центовская, Павел Рядков, Николай Марков. Национальное телевидение Чувашия.